Долгожданный охотничий сезон на пернатую дичь в Ахинском районе начинается 10 мая. Он продлится 10 дней, закончится охота 19 мая. Печальные выводы из истории человечества, когда из-за больших масштабов промысла некоторые виды животных были почти полностью уничтожены, привели к тому, что теперь его разрешается вести только с разрешения, которое должен получить каждый желающий заниматься охотой. Сотрудники природоохранных служб регулярно ведут подсчеты численности животных и птиц. И разрешения на охоту даются только на определенное число особей. Так, в Ахинском районе ежедневная норма отстрела – 5 уток или селезней, 2 гуся и самец вальшнепа. В этом году ужесточилась и ответственность за нарушение природоохранного законодательства. Претерпели изменения несколько статей. Ознакомиться с ними подробно можно в филиале лесничества, либо в средствах массовой информации. Но главное, теперь за нарушение правил охоты грозит не только денежный штраф, а он, кстати, возрос до 5000 рублей для физических лиц, но лишится ружья и права на охоту до 3 лет. Просьба к охотникам, которые будут находиться в охотугодиях, чтобы соблюдали правила пожарной безопасности. Не оставляли костры без присмотра, и в основном-то сейчас у всех газовые плитки, чтобы не разжигали костры, потому что появляется сухая, оттаивает трава сухая, и по траве может это самое загореться. Уже в ближайшие дни Аха готовится остаться без части своей сильной половины. Их ждут ночевки в зимовье, долгие разговоры у костра и любимое занятие. А самые сильные и смелые уже в лесу. Охота на бурого медведя открылась 20 апреля и продлится до 31 мая.